голову и перед боем. Будь пружины, что давно на взводе, готовы каждую секунду выпрыгнуть на волю. Пока ты молод, закаляй силу воли и помни, хорошие поступки в несколько раз неподъемней. Ведь только человек со стержнем способен на подвиг. Найди в себе силы бороться и помнить, тем, кто рожден летать, не суждено ходить под солнцем. Рекордами поставив под сомнение законы физики, природы вопреки, преодолев отметку недоступную, руки все выше поднимая метку. Как закалялась сталь, не раз уже доказано, в каждом из нас горит огонь победы, духом связаны. И это создано из того, что могут чемпионы, удивляя города, покоряя стадионы. Ты веришь, есть главная сила. Россия ждет героев, ими же века хранимая. С таким потенциалом духом ни разу не дрогнул. Молодые парни защищают свободу народа, не отступая от своих принципов, это поддержит. Когда не будет сил стоять против сотни издержек, несовершенство общества, но ты ведь можешь сделать мир капельку добрее, опираясь лишь на честь. Смена Ярополка с душою патриота, сквозь время и боль покоряют новые высоты. Что на пути к Олимпу им являются преградой, победа над собой важна награда. Вера в то, что ты делаешь, любовь к России нас сделают сильнее. Духовно поднимая выше, те слова, что составляют сегодня Россию, ради нее ты должен оставаться сильным. Что нас делает сильными с любовью к России? Вера в то,